Одежда – это визитная карточка человека. А ведь 100 лет назад каждая женщина была сама себе и ткачиха, и закройщица, и швея, и даже модельер. И не только для себя, но и для всей своей семьи. Что девочка готова к сватовству, и семья ее тоже готова. И когда на ее сарафане оставалась всего лишь одна широкая лента, это означало, что я готова. Выбирайте.